Пятница, 14 июля. Мы в Италии. Пляжи абсолютно пустые, хотя вчера были они все заполнены. Погода ужасная, испортилась. Был с утра дождь. Алина и Максим не хотят выходить, хотят сидеть дома. Посмотрите, красные флаги, купаться запрещено. Но хоть и погода плохая, все равно люди гуляют. Кто-то ракушки собирает, кто-то просто прогуливается, кто-то косички плетет и очки продает. Налево у нас Словения и Хорватия, в той стороне. А справа у нас Венеция. До Венеции примерно, ну, километров 60. Посмотрите, абсолютно все пустое. Бары работают, рестораны работают. И никого нету. Ну вот и все. Видео мое подошло к концу. Всем пока-пока.